Здравствуйте, дорогие друзья! Мы поздравляем вас с наступающим Новым годом и желаем исполнения всех желаний, успехов и крепкого здоровья! В 2023 году мы запустили проекты «Парк Резиденсис 2», «Вудвиль», «Палаза дель Маре», «Лайтхаус 2» и «Марина Вилледж». Кроме того, на насыпном полуострове размером свыше 5 гектаров мы начали строительство грандиозного проекта «Каспиан Дримлайнер». Проект состоит из 11 этажей, которые включают в себя отельные номера и резиденции, инфинити-пул, два бассейна, бутики, невероятный спа, рестораны и скай-бар. Площадь проекта составляет 60 тысяч квадратных метров. В этом году приобрели недвижимость и стали частью Сибрис порядка 1500 семей. И тем самым суммарное число резидентов достигло 12 тысяч. Территория Сибрис продолжает расти, и она охватывает 450 гектаров. На сегодняшний день мы успешно реализовали строительство 2 миллионов квадратных метров недвижимости и активно продолжали озеленять территорию и облагораживать пляж длиной 6,5 километров. И в самом ближайшем будущем мы планируем посадить более 5 миллионов растений. В этом году на территории Сибрис мы открыли новые рестораны разной кухни, в том числе парк-кафе и бич-клаб, где наши резиденты и посетители могут наслаждаться вкусными блюдами в неповторимой атмосфере. Также были открыты объекты инфраструктуры, такие как арт-центр Nine Senses и детский сад. Также завершилось строительство аквапарка и лунопарка. В дополнение к этому началось строительство двух новых корпусов школы. Отдельно стоит отметить открытие Аллеи Славы, где уже установлены звезды многих знаменитостей. А также в этом году несколько десятков влюбленных пар создали семью, связав себя узами брака в изысканном ивент-холле. В этом году состоялась премьера нашего короткометражного фильма, а в мае этого же года мы провели первый Сибриз Инвестмент Форум и приняли участие во множестве зарубежных мероприятий. Было проведено большое количество сольных и фестивальных концертов. И наши резиденты смогли насладиться музыкой своих любимых исполнителей. В текущем году мы запустили сервисы, приложение «Сибриз» и платформу бронирования арендного жилья «Сибриз Букинг», что привело к расширению и улучшению нашей экосистемы. Что ж, а не менее важное событие – запланировано строительство новой автомобильной дороги, благодаря которой вы сможете доехать до нас всего за 23 минуты. Резюмируя, хочется сказать, что прошедший год был полон ярких событий и невероятных достижений. Мы не только достигли поставленных целей, но и зародили новые тенденции в нашей отрасли. Мы растем, развиваемся и стремимся к новым горизонтам. Наши успехи – результат совместных усилий всех сотрудников Сибриз. Хотим выразить благодарность нашей команде за трудолюбие и лояльность. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами в этом невероятном году. Поздравляем вас с наступающим праздником и до встречи в новом 2024 году. Станьте частью Сибриз, и Сибриз станет частью вас.